Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб отчитались главе муниципалитетов, проделанной за отчетный период работе. С докладами спикеров ознакомилась и наша съемочная группа. 2200 обращений поступило в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое на прошлой неделе. 24 заявления стали поводом для возбуждения уголовных дел. По горячим следам стражи порядка раскрыли 18 преступлений. Несмотря на активную профилактическую работу, которую проводят сотрудники полиции, жители продолжают идти на поводу у дистанционных мошенников. Продолжают приходить, берут кредиты в банки и отправляют через каких-то неизвестных силовиков, как им там звонят, что силовые структуры звонят, то с ФСБ, с МВД, со Следственного комитета, и люди берут какие-то бешеные кредиты и отправляют. Одна женщина с города Железнодорожного набрала 7 миллионов, отправила, другая 3-4 миллиона берут. 41 выезд по сигналу тревоги совершили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Бороться с огнем на территории городского округа Люберцы пришлось один раз. Происшествие произошло 3 июля в Малаховке. По прибытию подразделений было загорание детского квадроцикла на площади 2 квадратных метра. В результате пожара обгорел по всей площади и оплавилась краска на близлежащем заборе на площади 1 квадратный метр. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет. Система ЖКХ работала на минувшей неделе в штатном режиме. Аварий на сетях электро-, водо- и газоснабжения не было. По графику идут ремонтные работы в МКД, запланированные на этот год. На данный момент в домах городского округа меняют 17 лифтов. Продолжаются работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Всего на 22 год запланировано 149 подъездов. Сейчас в работе находится управляющая компания ЛГЖТ 9 подъездов, в содействии 5 подъездов. И уже на данный момент выполнена компания ЛГЖТ 95 подъездов и содействие 39. В проделанной работе отчитали сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, представители парков, спортивного блока и здравоохранения. Также на оперативном совещании ознакомились с жалобами и обращениями, поступающими от жителей городского округа Люберцы. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.